Так, в общем, вот такая упаковка, она упакована как ножик. Оп, и здесь у нас вроде бы кажется нож бабочка, да? Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, будем с вами обозревать посылки и товары из Китая. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот небольшая одна посылочка. Я думаю, вас название очень удивило. Да, здесь находится необычный девайс. Это расческа в виде ножа. Очень-очень странно. Я думаю, вас заинтересует. Меня тоже заинтересовало, насколько это интересно и практичный нож. Интересно. Так, в общем, вот такая упаковка. Она упакована как ножик. Оп, и здесь у нас вроде бы кажется нож бабочка, да? Довольно тугая застежка, хочу отметить сразу, что попадает в глаза. Обработана довольно так грубо, но ничего, никаких заусенец таких пока не встретил. И оп, у нас раскрывается вот такая вот расческа, ребята. Металлическая полностью. Зубья, кстати, хочу отметить, довольно тоже грубые, острые. Мне кажется, ими можно голову поцарапать. Вот. А с этой стороны, видите, есть еще такое, скажем так, поле, которое можно, в принципе, заточить до остроты ножа, и у вас будет вот такое вот два в одном, с одной стороны нож, с другой стороны расческа. Вот здесь вот есть такой вот, я не знаю, как правильно сказать, упор, который позволяет не закрываться так сильно плотно, чтобы зубья эти не вылазили через рукоятку и, соответственно, вам не рвали карман. Вот такой вот стильный девайс, я думаю, для мужчин, парней, как подарок к Новому году или к какому-либо еще празднику, например, мужскому дню. Очень довольно-таки стильный девайс, бывает в двух цветах, черным. Я же себе вот взял так называемый сильвер, я понимаю, что это просто чистый металл, мне интересно, ржавеет ли он. Вот. Давайте поближе вам сейчас покажу. Так, вот такая вот расческа, вот такие вот у нее гребешочки. Что ж, я думаю, я буду пользоваться этой штукой. Голос немножечко садится. Немножечко болел. В общем, вот такая вот расчесочка. Если она вас заинтересовала. Кстати, по размерам она вот как нож прям, я смотрю. Прям один в один. Ну что ж, вот такая вот посылочка. Ссылочка на товар будет в описании. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых посылок. Пока-пока.